Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0 в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Долгострой на улице Горбуновой станет выше, чем планировалось ранее. Увеличение высотности здания с 17 до 20 этажей объясняют необходимостью ввести объект в эксплуатацию и таким образом решить проблемы дольщиков. Разрешение отклониться от ранее указанных параметров подписано главой администрации Александром Перескоковым, уточняет Айкиров.ру. Как сообщается, застройщик здания, компания АСГ «Бетон», нашла инвестора и намерена завершить работы на объекте до конца года. Сумма, необходимая на достройку дома по Горбуновой 31, составляет порядка 40 миллионов рублей. Дайджест недвижимости. Пик популярности ипотеки придется на осень и начало зимы. Интерес граждан к ипотечному кредитованию начнет расти уже в сентябре, и до конца года банки выдадут рекордные объемы жилищных займов, полагает министр экономического развития России Максим Орешкин. В Минэкономразвитии отмечают, что ведущие российские банки в этом году заметно снизили ипотечные ставки. Массовое удешевление ипотеки началось с 10 августа, после того, как Сбербанк сообщил о рекордном снижении ставок по жилищным займам. Теперь они начинаются от 7,4% годовых. Вслед за Сбербанком о снижении стоимости кредитов заявили еще несколько крупных финансовых учреждений. Дайджест недвижимости. Лишь 5% россиян довольны работой коммунальных служб. Таковы результаты опроса, проведенного порталом домофон.ру. Не удовлетворены качеством услуг ЖКХ почти 70% опрошенных. В исследовании участвовали 4500 человек, треть из которых проживает в городах-миллионниках. Аналитики выяснили у респондентов, с какими коммунальными проблемами тем приходится сталкиваться в первую очередь. Самое большое число нареканий вызвали недостаточный ремонт домов, плохое состояние дворов и перебои с водоснабжением. На это пожаловались от 45 до 62% опрошенных. Почти половина респондентов недовольна общением с сотрудниками управляющих компаний. При этом 3/4 россиян считают, что нынешние тарифы на услуги ЖКХ слишком высоки, и 88% респондентов раздражает их регулярное повышение. Лишь 2% участников опроса считают, что тарифная сетка по прошествии определенного периода должна индексироваться. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.